Всем привет! С вами снова я, Иван Сусанин, и музыка напоминает нам, что наступила очередная ночь. Ху-ху. Страх-то какой! Давайте вот здесь вот построим, блин, наверное, эх, сыпучее все. Дверь нужно здесь срочно сделать. Мне бы хотелось тут сделать дверь в этот подвал. Давайте сделаем... Кстати, нужно сначала замок сделать. Замок есть. Есть замок, значит, мы можем делать и дверь. Отлично. Замок. И дверь. Как раз хватит у меня на дверь. В этом подвальное помещение. Так. Вот сюда мы его поместим. Вот так вот. Пускай будет дверь вот здесь стоять. Находиться. И третий стол. На третий стол я собирался разместить как можно больше... А, шишки надо было. Ладно. Забыл я про шишки. Фиг с ним. Переживем. Дом продолжает расти. А мне нужна кровать. Ну, я бы с удовольствием, но этаж, к сожалению, второй еще не закончен. Поэтому, блин, ребят, давайте... Мои родные... пособираем побольше деревьев. Нам нужно очень много деревьев, чтобы... Да, вот, вы видите. Готовят. Собирают. Видите, как из лука гораздо проще бить по этим зомбакам нафиг. Собирайте, собирайте больше деревьев. Это будет преимущество. Мы наделаем еще стен. Вот сюда, вот сюда. Все зарастает. Ладно, пока убирать я это не буду. Оно потом пригодится. Атакованный. Давай. Как они там говорят. Найдите драгоценные металлы. Да, кстати, сейчас построим. Дверь уже готова. И давайте отправляться за драгоценными металлами. Ну что вы, ребят. Почему они... Не торопятся сюда. Надо копать и ставить сюда факел. Еще один. Драгоценных металлов. Тут тьма. Так, давайте посмотрим, какие еще задания у нас. Исследуйте глубины. Вот некоторые материалы встречаются. Драгоценные металлы. Нужно 25 вот этих вот подземных глубин изучить, собрать, чтобы... Выполнить еще одно задание, вот это. А, светильники. Ну что ж, у меня второй этаж еще не закончен. 10 скелетов. Ну, 10 скелетов проблема будет убить, да? Столярная работа я до сих пор не закончил. В столярные работы. Что, кстати, входит в столярные работы? Давайте вспомним. Столярные работы. Ножовка, доски. Да, кстати, доски, по-моему, он готовит достаточное количество. И сейчас приготовит и выполнит... Это задание. Ура! Солярные работы закончились. Ну вот. Одним заданием меньше. И первый скелет, убитый мной, идет в актив. Один. Видите? Еще 9 скелетов. Ну, я думаю, нашествие будет самым продуктивным для выполнения этого задания. Через 28 минут по... темпом, по-моему. Так, тут у нас очень много материалов, и надо, наверное, осветить это все, пока не наступило утро. Зомбак стоит такой. Так, а ты куда пошел? О, какой смелый. Он просто думал, что тут есть проход, а прохода-то тут нету. Уходи, убегай от них. Блин, он еще отбивается. Какой смелый, а? Как тебя зовут? Антматоу. Как его зовут? Убежал. Нашего смелого. Очень смелого. Вы куда? Эй, эй, ребят, он зачем? Зачем? Зачем?
А, ну как, зачем? Как раз заодно и будут убивать скелетов. Сколько у меня? 3 скелета уже убито. Отлично. Прогресс налицо. Ура. Так. Насчет того, чтобы драгоценные камни. Ага. Все поставили. Давайте будем собирать эти самые драгоценные камни. Раз так просила игра меня об этом. 9 минут. Давайте все-таки увеличим количество. Тут очень много драгоценных камней, поэтому нужно, наверное, это все исследовать и все это добыть. Будет классно, на побольше сделаем, еще побольше сделаем. Пускай они копают. Они не очень быстро добываются, эти ценные породы. И поэтому придется ждать. Вот, наступило утро. Дождались. Ура, дождались. Так, найдите драгоценные металлы. Вот я как раз это задание и выполнил. Сейчас вот здесь вот еле-еле он вырубил эти драгоценные металлы. Их тут очень много. Они пригодятся в дальнейшем. Так. Такая мягкая, легкая музыка стала появляться здесь сейчас днем. Ребята молодцы. Так, сейчас, по-моему, пришло время... Мне строить, продолжать дом. То есть у меня много сейчас дерева должно быть. Да, очень много дерева. И его и нужно очень много. Давайте сделаем из всего, чтобы уже закончить, наконец, этот этаж. Так, вот сюда вот поставим. Антомато! Удалить лестницу, она мне не помешает. А, нет, подожди, пока вот сюда он встанет, значит, здесь он может еще готовить эти лестницы. Вот сюда вот 3 штуки заделать он сможет. Так, четвертый этаж. Четвертый этаж. И вот здесь тоже так же можно будет сделать. Антомато! Да. Такие крики они издают. Не вовремя он начал рубить. Так, что-то у нас появилось новое. Мы изучили серебряная руда. Для чего она нужна? Один из редких металлов для изготовления изящных и прочных вещей. К тому же оружие из серебра, по-моему, готовится гораздо лучшего качества. Так что пускай добывают ребята... Очень много этого ценного металла. Так, вот сюда надо будет поставить камешек. Камешек, а вот здесь вот, я думаю, можно будет сделать еще лестницы. Так, что у нас насчет лестниц? Еще одна лестница осталась. Давайте ее вот сюда вот поместим сверху. А, нет, снизу. Вот здесь вот. А здесь вот будет лестница еще глубже. На глубину. А вот здесь вот я думаю, что можно будет вот это все застроить. И вот здесь тоже. То есть вот это вот мне тут ни к чему. Вот такие вот расширения, их надо будет немножко убирать, потому что они как бы не красят эту местность. Вот так вот это все будет. И вот сюда вот тоже, наверное, заделаем землей. Да, это будет гораздо лучше смотреться в результате. Так, ну что, поставлено четвертый этаж, вот так вот. Здесь, что у нас тут еще? Так, вот сюда вот, четвертый этаж, да, это получается? Вот так вот. Лестницу вот эту убираем и перемещаем его в другое место. Запас лестницы небольшой. Давайте немножко увеличим количество лестниц. Лестницы мне пригодятся именно, чтобы лучше строить, была возможность дом второго этажа. Я не знаю, получится у меня нет сегодня застроить весь второй этаж. Очень много маны я использовал. Очень много маны использовал для
цвета в прошлый раз. Сейчас все будет гораздо лучше. Так, вот он поставил. Отлично. Сейчас можно будет вот здесь вот увеличивать стены. Вот так вот. Второй этаж будет вот таким. И там дальше пойдет еще третий этаж. После третьего этажа на вершине я построю крышу. Я думаю, трехэтажный дом будет вполне приличный. Для такой территории дом очень большой. Я думаю, сейчас очень редко будут появляться новые гномы, по той причине, что опыта нужно уже в два раза больше с каждым новым уровнем, и поэтому дальше будет намного сложнее. Строят ребята. Так, а здесь у нас добыча по-прежнему продолжается металла. Драгоценного, бесценного металла. Вон идет еще один. И, конечно же, уголь тоже будет очень необходим. Антамату! Так, вот здесь еще. Давайте закроем лишние квадратики, которые будут помехой здесь. Здесь они застроили, да? Да. Застроили они здесь. Все, в эту сторону, может, я пойду вот так вот, потому что тут еще много угля, и этот уголь нам еще понадобится в свое время. Ну что ж. Блин, упал. Неудобно, конечно, тут лазить. Надо, наверное, все-таки им побольше создать лесенок. Ребята стараются, но приходится падать. Давайте немножко побольше лесенок создадим. И вот здесь вот увеличим им вот эту возможность выше подниматься. Так, а что тут у нас? Почему-то не... Что это он сказал? Мне нужна кровать, чтобы поспать. Он все еще повторяет свои слова, что ему нужна кровать, чтобы поспать. А, здесь нельзя поставить. Ну, давайте сначала вот так тогда сделаем. Вот, красота. Больше серебра. Лучше. И опять начинается вечер. Очередной уже вечер начинается в нашем мире. Craft the World. Удаляем лестницу. И отсюда тоже, наверное, нужно удалить ее. Так. Вот так вот. Давайте докончим этот дом и одновременно будем строить сегодня, добывать ресурсы. Так, мне нужно факелы. Как можно больше, да? Будет заставлен построить землю. Так, здесь выхода нету. Ладно. Ночь, очень темная ночь идет, надвигается таки. И вот сюда вот, чтобы они не падали сильно, мои жители. Здесь, наверное, не может поставить просто. Ну надо, все равно надо здесь закрыть. Посмотрим, получится ли у него или нет это. Здесь факел, здесь еще добываем ресурсы. Класс. Все, теперь будет гораздо проще это все сделать.
О, тут еще какая-то комната похожа. Мы можем ее осветить, даже увидеть. О, да, еще одна подвальная комната. Огромная, огромная. А у меня кончился... Нет. Почему я не могу больше свет освещать? А, во, портал! Я нашел портал! Офигеть! Так быстро! Этот портал в другой мир. Вот это задание, оно будет далеко, далеко, далеко в конце этой игры. И я так быстро его нашел, этот портал. Ну, потому что мир не такой большой. Вы видите, вот предел его, самый низ, вот самый верх. И поэтому, в общем-то, портал так быстро нашелся. Но я думаю, что вот сейчас ребята в ту сторону, когда пройдут, разрушат, вот убьют вот этого монстра, они начнут строить этот самый портал из частей. Ну, задание... Так, что это у нас? Вот, у нас появился портал, но мы не можем его делать по той причине, что тут еще красные алмазы, даже мифриловые слитки. Я еще не научился их делать, то есть это еще далеко мне до этого, но портал уже так быстро нашелся. Книга воина. Так, что ж, где у меня воин? Вот, самый лучший воин. Давайте ему применим. Отлично, 29 очков. Кто-то у меня умирал, да? Нет? Ага. Давайте наденем броню вот этого парня, лесорубу. У него довольно хорошая экипировка. Наденем ему еще на загривок вот эту штуку. Все, эти все мои ребята экипированы более-менее хорошо. Так, ну вот, что дальше? Вот. Очередная ночь. Мне нужна кровать для отдыха. Ну подожди, мы еще не сделали. Третий этаж моего дома. Второй. Когда дом будет готов, я думаю, тогда можно будет уже говорить о... Так, не хватает ресурсов. Ну ладно. Скоро второй этаж будет закончен. Давайте вот сюда уже можно сейчас поставить тотем. В принципе, он пока ни к чему здесь, но, в общем-то, пускай он стоит заранее. В середине комнаты пускай он будет, или даже с этого края он будет говорить, насколько роскошный мой дом. Пока он еще не имеет роскошества, этот дом, и всему свое время на самом деле. Так. Скелетов мы убили половину. Я думаю, вот нападение вот на этих скелетов было бы гораздо лучше. Их нужно сейчас добить всех как можно больше, потому что мне осталось всего 5 скелетов для выполнения полного этого задания. Полного. Задание здесь. 2 факела. Я думаю, вполне будет светло, но тут немножко не освещается. Может быть, сюда еще сделать эти факелы. Да ладно, нормально будет. Не так темно в этом доме. Рассвет! Рассвет очередного дня. Я думаю, здесь нужно будет также построить перекрытие, чтобы мои жители могли выживать здесь, спать как раз на этих полочках, чтобы... Ну, для чего эти полочки предназначены? Для того, чтобы они более-менее рационально использовали место проживания. Вот так вот, 3 сюда. То есть, 2 кровати здесь можно будет поставить. Даже, наверное, больше. Так. И вот сюда вот надо еще будет засунуть. Все приближается уже. Потому что здесь будет, ух, как красиво. Так, и вот здесь, наверное, надо также поставить кровати
для рационального использования дома. Еще раз говорю. Две кровати здесь, две кровати здесь. Ну, пока у меня 8 жителей. 7. Один только что умер по причине, я вам ее не назову, я не обратил внимания, почему он умер. То ли он упал, то ли его кто-то убил. Вполне возможно, что кто-то убил. Ну, что ж сделаешь. Так, можно добывать эти самые ресурсы. Успевать. Так, здесь не появляется. Ну ладно, хорошо. Так, что у нас с заданиями? 23. Еще 2 камешка надо будет срубить и 3 скелета убить. И сразу 2 задания будут выполнены. Так, увеличиваем время пребывания их здесь, чтобы они успели сделать все. Наверное, намного надо. 18, наверное, зря, потому что через 15 минут будет нашествие. Нашествие скелетов. Очень страшное нашествие скелетов. Так. Наш второй этаж дома почти уже готов. Такая радость. Скоро уже все будет готово. Так, вот сюда вот лестницу надо будет поставить. А вот эту лестницу надо будет удалить. Так, что у нас насчет кроватей? Так, нам надо еще 4 кровати сделать, да? Четверо у меня уже спят. Нашли себе пристанище, еще четверо. Раз, два, три, четыре. Отлично, 4 кровати. Пока нужно. Так что я думаю, что сейчас мы их поставим как раз на место. Вот, раз. Ага. Ну, конечно, не будут спать, но придет время еще. Время-то еще не пришло, на самом деле. Потому что дом чуть-чуть недостроенный. Совсем, самую малость. А тут надо будет где-то закончить мне выход на третий этаж. То есть нужно будет еще сделать один проход. Так, подождите, где бы его сделать? Наверное, 2 прохода сделаем. Также удалить передние деревянные стены. Так, и так, где же, вот она. У нас есть еще такая штука, как люк. Мы его поставим сюда, чтобы мои жители. Так, раз, два, три, четыре, пятый. Раз, два, три, четыре, пятый. Вот этот тоже уберем. И также будем ставить люк. Для люка нам нужно 4 дерева. Ура! Есть такое у нас. Угу. Здесь сверху мы этот люк как раз и зафигачим. Чтобы этаж дома моего... Вот сейчас закончим мы этот дом. И ребята могут спокойно поселиться здесь и спать спокойно. Вот. А здесь внизу, в глубинах, мы продолжаем строить, продолжаем добывать нужные ресурсы, такие как серебро. Да, вот не беспокоят вот эти жители, потому что их просто нету, они вымерли. Так, а тут у нас деревяшки лишние. Довольно быстро выросли. Угу. Ох, по-моему, все. По-моему, второй этаж дома уже... Да, дом закончен. Дом закончен. А что, почему 15, 16, 17? Что это значит? 60%. Тут даже роскоши больше, чем внизу, да? Но сейчас каждый из них может спать спокойно. Дом закончен. А теперь у меня второй этаж моего дома уже приготовлен. И мои жители очень довольны этим.
Так, будем обставлять со временем этот дом. Нужно будет сделать окна, но пока это еще... Что это значит? Интересно, вот эти вот 57, 58, непонятно. Пытается, видите, не может почему-то выполнить это задание. Не знаю почему, что случилось. Ну, сегодня мы второй этаж наконец-то уже закончили. Теперь у нас осталось завершить третий этаж. Этот третий этаж у нас будет ничем иным, как чердаком. То есть здесь чердачное помещение у нас будет. Так. И еще один, давайте его назовем как? Его зовут Флой. Флой, давайте его не назовем, давайте его оденем. Оденем и дадим ему лук, пускай стреляет. И экипирован будет, конечно же, как и все мои другие жители. Очень хорошо. Это он также лесоруб. Да что ж такое-то, почему 3-4 лесоруба у меня? Офигеть, вот это да. 4 лесоруба в моем огромном мире. Так. Что у нас здесь? А, продолжает у нас тут расти. Продолжает у нас тут расширяться. Вот сейчас мы уберем вот эти вот. И потом пойдем вот сюда. Очередная ночь. И значит, мы сегодня, наверное, заканчиваем уже сегодняшнюю серию. Мы сделали сегодня очень... Главный, важный прогресс. Мы построили второй этаж нашего дома. Все жители моего огромного дома могут сейчас поспать на своих кроватках. Это круто. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. Пока.